Все, ребята. Сегодня, наверное, плюс 3, плюс 5 тут вода. Ну, терпимо. Единственная просто проблема, что заходить, ну, вдаль надо. Я так не люблю. Мне нравится нырнуть и вылезти. Ну все, все закончилось. Окунулся. Вода, наверное, градуса 4-5 была. Намного, можно сказать, теплее, чем где-то там в горах Кавказа или в том же самом Гремячем Ключе. Видео, которое у меня есть на канале. Ну все, всех с праздником православных. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я думаю, что нас ждут впереди еще много приключений.